Здорово, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи, Энтифай, Толя Светова, Телепаса Коинс, и сегодня мы продолжаем играть в настольные игры такой игрушки, как Парти Паник. Ой, щеп, народ. Да, а кто беспорядок такой наел, можно поинтересоваться? Я коммуналку разнес. Ой, так, ладно, парни, погнали. Короче, ребят, Андрей ни разу не играл в эту настольную игру. Играл, я уже записывал. Она ему понравилась. Чего? Андрей, значит? Как мы просто режиме записывали, по-моему. Ой, настольная? Да, конечно, настолочка. Вы шо, ребята, вы шо? Много людей проголосовало именно за эту карту, что хотели видеть именно ее. Андрей. Еще раз прочитаю. Цель этой игры — собрать больше трофеев. А, пройдите в зону трофеев, и вы сможете купить трофеи за 3000 купербаксов. Вот, а это я вам, пацаны, говорил. Получайте купербаксы, выигрываем мини-игры. Если вы будете первым, вы получите все ваши купербаксы. Если вы будете последним, вам ничего не достанется. Чем выше вы ставите, тем больше вы получите. Это понятно. Олег, как и сейчас будет разнос. А какие? А, Андрей, на пробел там понажимай, пожалуйста, если не сложно. Ты чё рот там открылся? Ой, короче, смотрите, ребят. Андрей, закрой свой рот. Я нажимаю. О, всё. Ой, 9. Ещё? Вы чё, издеваетесь, что ли? Андрюха в команде победителей. Ищу губернаторов, я должен их собрать. Так, все, погнали, пацаны, играем. Губернаторов тебе. Ну, ходить тогда. А кто? Первый ходит. Да что? Отлично. Толя, поздравляю, это прекрасно. Плюс 300 губернатор. Какого хрена? Что? Иди, Андрей, вперед. Давай, иди отсюда. Я запомнил тебя. Вот так вот. Не, мне кажется, Андрей, мы уже не догоним. Кого? Не, это забей. Нажми на нет, спасибо. No это thanks, магазин, no ты thanks. Можешь купить какие-то ловушки, но они сейчас не особо ой, этот ВС. Опа! Олег, кофе, давай. Да вы издеваетесь. Дарь ему по голове. Да хватит меня бить все, а. А что такое? Да их двоих теперь. Ну меня-то за... Годи, давай речи, Паша. Так, мне надо еще 9 тысяч губернаторов там осталось. Губернаторов. Пробел зажимайте, пожалуйста, пацаны, и погнали. А что это надо делать? Пробел, в этом режиме нужно... А кто не нажал? Кто зеленого цвета у нас? Паша, нажми на пробел. Хайпер зеленого цвета. Короче, здесь надо убегать от призрака. Призраком будем не мы, то есть это просто бот, компьютер. Самое главное, чтобы он тебя не коснулся. Не надо, нет. Паша, походу, минус. Мне нужны губернаторы. Паша, просто... Какие губернаторы, Андрей? Купербаксы! Понятно, я сдох, как лох обоссанный. Ты чем пристали? Не-н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 е. Ко мне, Андрюха. Нет! 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 А, о, летаем. Нет! Поймали, но я все равно, пацаны, выиграл. Собрал больше всего очков, вот так вот, да. Очко так, значит, смотрите, мне дали за то, что я первым я занял 634 монетки, а Андрею дали... 10! На! Толяник! А мне за что? Толяник! Слышишь, что это самое? Удар, на! Удар. А, смотри, куда он сейчас встанет, там просто, не знаю, я как-то... Вон, 2500 губернаторов. А ты что купил себе? Ловушку. Понятно, ладно, получай. Как хотите. Промахнулся. Как их ставить? А вот это вот я не знаю. Ой, Андрей, самое главное не вставать на желтую кнопку. Да, хорошо. Олег, кофе, давай. Иди ко мне. Раз, два. Бей, полетел. Я не успел ударить. Да, понял. Короче, Андрей, смотри, если становишься на желтую кнопку, тебе предлагают сыграть в режим, где, ну, типа, будет общий банк, все наши деньги сложатся в одну сумму. О, нормально. И тот, кто выигрывает, забирает больше всего. Так, здесь, смотрите, пацаны, здесь надо к дверям разбрасывать подарки. Вот. Нажмите, пожалуйста, на пробел. Пробел, нажмите, пожалуйста. Да, я просто управление смотрел. Не-не-не, потом. А, ну, всё на ходу. Да-да-да-да-да-да-да. А иди. Что делать? Иди! Так. Куда идти-то, алё? Что я делать? Что делать? Ой, всё, я запул. Ой, всё. Так, это сюда. Да, почему он сам? Блин, я запул! Так, раз. Два. Три. Четыре. А на что кидать? Мышкой? На левый shift и на левую кнопку мыши. Ну, а левый shift куда кидают? Левый shift направо он кидает? Самое главное, левый shift направо, левая кнопка мыши налево. Я не вообще какое-то тупое управление. Вот и что хотел вообще. По-моему, вообще эта игра предназначена типа а-ля для джойстиков. Куда не плюс, это не пахнет. Блин, что-то у меня вот с реакцией на этом режиме что-то не то вообще. Что-то запаздывается как-то все. Так. Давай! Успею! Да! Максимум, ну, я вообще ничего не понял. Забрать, это касается. У Паши... Паша, 0? Что? Нет, у так него 50. Так я не понял, что там, куда там надо было? Ой, я ж поэтому типа... Ой, ладно, короче, все понятно. Так, Толя, ходите, пожалуйста. Ходите.
Чё? Чё? Куда? Пока. 19? Ты куда там собрался, Толь? Счастливо, пацаны! Я скоро вернусь! Ага. А куда так далеко? Чё? А, всё, забирай. А у тебя хватает? Ну, губернатора. Не, не хватает губернатора. Ну, ладно. Губернатора. Ходите, Андрюша, уважаю. Десятка. Всего лишь 10. Догоню. Ну, он сейчас догонит. Слушай, он сейчас догонит. Не догонит, не догонит. Пропустили, Андрюша. 3, 2. Сейчас Андрюша еще и... Заплатите денег. Да вы издеваетесь? Я со старта уйду сегодня или нет? Что за бред вообще? Меня по пути губернатора ограбили. Да не надо, спасибо большое. Это просто пипец какой-то, реально. Я за 3 хода сделаю вот просто 3 шага. Опа, плюс 600 денег. Так, а здесь ой, что? Нет, опять. А, конфетки собирать надо, пацаны. Да-да, надо. А как собирать? Я ничего вообще не знаю. Так, да, просто давайте бегать. Бегать. Просто там ничего не нажимать не надо, там просто бейся. Бегаешь, они падают и все. И бейся. Вот так вот. Оп-оп. Бейся, не надо. А я конфетки. А. Хватит бить. Нет, драться не надо, пацаны, драться. В смысле, я подошел, она не поднялась. Вот я стою возле нее. Да, блядь! А может, твоего цвета, наверное, конфеты нужны? Я сожру все конфеты. Да хорош бить! Давайте хотя бы не драться, я не знаю. Хорош бить, говорю! Я вот никого не бью, меня бьют. Не-не-не-не-не-не! Да куда? Да дебильные бомбочки, а. Хватит бить, я никого не бью, меня бьют, хватит. Давайте не бить. Паша, ты сам лично меня ударил. Пацаны, ну давайте не бить, реально хватит драться. Мои конфеты! Сорвался, отлично. Просто замечательно. Так, по очкам, по очкам, по очкам. А почему я третье место? 0 рублей. Потому что собрал меньше всех. Так, идем дальше. Давайте, на пробег. О, 7, хорошо, хорошо. Ой, или кофе там куда-то. А нет, это... Это Толя. Это Толиани. Толя, сразу спросите, вы можете что-то. Вы что-то еще купили? Или мне показалось? Да не, ты не подглядывай со мной, блин. А, вообще нельзя, да? Так, Андрей, у вас сколько денег? Мало, у него нету денег. Не хватает, не можешь купить. Как дальше идти? Нажми нет и все. Зачем ты чат? Зачем ты в чат? Что ты в чат пишешь, Андрей? Да. Что это такое? Чекаю лицо к клавиатуре приложил. О, Олег, наконец-то! Выбил, ни хрена себе. 2, 3, 4. Опа. Так, все, отлично. Срайно, Олег, потом нам просто отдашь губернатора. Естественно, конечно. Раз! Я надеюсь, что я хотя бы круг сделал в этой игре. А что с ним? Да быстрее иди давай! Опа, а что такое? Все, у кого есть тотем, получают очки. Ударьте и пните, чтобы украсть тотем себе. Религиозный. Ну начинается, сейчас драться. Сейчас по лицу получим. Ой, нет, только не это, пацаны. Да все получите по лицу. Бейся. Где он? Куда? Почему? Почему у Паши? Пацаны, бой! Олег, ну хватайте его, а. Да блин, ну. Как? Как ты меня задел? Ты был внизу, я был наверху. Да я бы чё? Я забываю, какой я цвет все время. Розовый, Андрюша, розовенький. Да бля! Да почему я же ударил? Шо давай? Иди давай! Да я-то чё? Тупые, да дай, у Паши заберите кто-нибудь, у него же косарь, как... Да ты уже промазал, ну! Куда? АТМ! Андрюша, дай! Да ты, блядь! Толя! Не надо! Так, неужели Паша выиграл? Я крутой! По-моему, где, во всех режимах, где нужно драться, Паша выигрывает. Мне кажется, Паша очень хорошо просто делится. Паша дрочистый изумруд. Лучше нам об этом не узнать. Так, а можно? Вот, отлично, идем дальше. Да как? Да что он так везет? Я не понимаю. 7, 6, 5, 4. Ой, на желтенькую бы. Не, самое главное не на желтенькую вставать. Вообще круто, мне нравится. А то так играешь, собираешь. А такого мразь я назвал, мразь. 4. Вот бля, старин, здоров, бля. Да вы! Да это реально бред какой-то! Ну в чем я не дойду до конца? Опа, сегодня вообще раз, никак! 2, 3, 4, Олег кофе, 5, 6, 7, Олег кофе, это ой, как это неожиданно тупая, приятно. Это бежит там. О, Сай, смотри, он купил себе этот трофей. Омлет. Ой, нет. Здесь, короче, надо, пацаны, убегать. Словина, да, там. Вот да. Так, Ловина, Андрюша, да. На пробел зажмите, пожалуйста, и погнали. И зачем полетели. Так сложно сделать? Андрей, ну, вот ты, это не розовый, вопрос, розовый кусок. Розовый вот, кусок. Ловина, ловина. Моя половина. Аваланчи. Погнали, бегом в другую сторону. Куда идти? Куда вы, блядь?
Нет! Дайте! Ах ты, сука! Тварюга какая, а? А где я? А, нет, опустите! О, я здесь! Бэнг! Бэнг по башке! Не-не-не! Нет! А куда там надо было? Не в другую сторону! Говори! Почему, Андрей? Посмотри, как он валяется! Андрей выиграл, что? Как такое вообще возможно? Ну, ходи, поздравляю. А он позже всех подох просто. О, десяточка. Ну, ты сейчас уже не когда гонишь, я думаю. Реально, меня сейчас на второй круг все обгоняют. Смотри, картиночка дебильная, смотри, наверху он бежит, Смотри, 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 я бегу. Такой веселый, Андрюша, а? Ой, ну смотри, сейчас снова идти. Один. Четыре. Нет. Нет. Да. Ну погнали. Ну что, Олег, кофе? Подожди, а как? Ну, а что такое? А сейчас? Ой, нет. Ну нет. Это бред. Идиоты. Это бред. Андрей, пробел зажми. Короче, ребят, у нас в итоге на всех получилось 11200 монет. Сейчас кто первый снимает, ну кто первый выигрывает, тот и собирает больше всего денег. Вот, такие вот дела. Что делать надо? Слышишь, тварь? Ах ты, сук! А что делать надо? А надо тушиться под водой, Андрей! А. Уйди! А, помогите, я тушусь, пойду. Дай потушусь! Дайте воды, дайте воды пить. Да хочу. Воды! Засуха, да не пей меня! Давай. Ай, да выгнали как бомжа, сука. Олег, пить. Не-не-не-не-не-не-не. Тварь, а, какая-то, смотри. Да мерзав. Куда? Водичка, туши меня! Полностью туши меня! Давай, ко мне! Нет! Бас, ты выиграл! У меня чуть-чуть! Еще по секунду постоять, и я буду... Да, вы издеваетесь, что, ребята, 11 тысяч монеток, да? 3200, что? А Паша, да вы... Да, не хочу я так играть, ты вообще не... Не играй, все, закрыл. У меня было 5000 монет, 5000! Андрей, у тебя 0 монет, ты понимаешь? У тебя все, ты остался ни с чем, Андрей. Тебя просто обокрали сейчас, понимаешь? Это трагедия теперь, что ли? Да, конечно. Боевая ловушка приземляется на эту клетку и даст вам несколько своих губернаторов. Губернаторы. В смысле минус 300, тварь. О, прыгайте на зомби, чтобы заработать очки. Ну, понятно. Ну, давайте попрыгаем. Давайте. Паша, на рейте можно зажать? Да, конечно. Спасибо. Он просто богатый, у него времени много. Разбудите меня, когда стану богатым. Ой, да, конечно, трагедия. Прыгай на зомби. Как на них прыгать? Как прыгать на них? Да на одного запрыгивать просто, и все, на пробел, Андрей. Как понять, что он не знает? У него как-то непонятно, он прыгает по ним. А он сам когда прыгает. Я фильм не такое. Я недоволен этой игрой. Да, это никого не ломает. Да, Андрей, в принципе, можете, как бы, понимаете, высказать свою мнение. Ты знаешь, он автодоводкой допрыгивает? А? Ох, нифига! Куда я полетел так? Давай. Тупой. Дрин. Ну давай. Как ты? Как ты это сделал, Толь, как? Просто вот монстр, пацаны, понимаете? Я тупица. Ублюдские мини-игры ненавижу. Все последние всегда, блядь. Просто бесит. Так, ну чё? О, два! Проклятый круг, я понял. Я до сих пор, понимаете, я даже половину Олег, карты... Олег, я тебя догнал почти. Я половину карты даже еще не прошел, понимаете? Ну это вообще все. О, 300. Олег, кофе, давай. О, пацаны! Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Сейчас на желтое опять смотри. Да ладно! Вы выходите! Что ты сделал, а? Андрей, а тебе что терять, Андрей? У тебя и так ничего не было. Паша, можно рейди зажать? Почему мне каждый раз напоминать? Не, я посмотрел на свои деньги в последний раз просто. Я их сейчас понимаю. Это ГГ. Я чисто, я сегодня, моя миссия вставать на желтые кнопки. Какого цвета? Самое главное, не теряться, Андрей, не теряйся. Да уйдите, пожалуйста. Так. Спокойно. Кончило, подвитесь. Не пихайся! Быстрее! Перебегаем, пацаны! Вот сюда, в эту клеточку! О, Паша! В смысле?
Какому? Нельзя же так! Почему? Это нечестно, я... Чего? Это такой бред. Тупо на лаке играет человек и выиграет. Это такой бред вообще, отвечаю. Это... И сколько денег он сейчас заберет? И сколько у меня вот денег? Все. Сколько у меня денег? У меня 1600 денег. У меня просто умножились на ноль деньги. Все, смысл вообще потерян. У меня есть деньги теперь, сука. Почему? Все нормально. Даже у Андрея теперь больше, чем у меня. Андрей, вот ты в жопу себе можешь засунуть деньги. Это такая притячина, ребят. Моя миссия на эту серию, чтобы я вставал на желтые кнопки, понимаете? Какого я цвета? Давайте тесаком рубите все вокруг. Они сами подбираются. Не, серьезно говорю, они сами подбираются. Не подбираются? Но они пропадают. Ну да, как только ты выбиваешься, очки зачисляются и все. Так что ты, Паш, там не переживай. А Лёха, ты все хорошо, я... Крыса! А я-то думал... Не трогай меня! Да не хотел тебя! Случайно! Конечно! Я вообще выигрываю! Да что ты делаешь? Да это... Андрей, я кот в привал! Ах ты, сика! Ты умеешь честно играть, что ли? Чего? На, сука, какая, честность вообще в этой игре? Тут кусок не осталось! Лол! Просто вырвал из-за того, что меня сливало. Чего? Первый два раза я случайно, Андрей. Третий я... Да не, куфи, крыса! На счастье. Так, ладно. А ты все равно, я вижу, у меня все равно очков меньше всех. У Толи сейчас. Очко меньше всех. Губернаторов. А, это. А, все, это Толи ходит, все. Сейчас бомбами меняет клетку, в которую попали на ловушку любой игру. Мне сейчас даже не хватит на то, чтобы купить этот трофейчик, понимаешь? Бежим, тупая картиночка, давай побежали. 4, 3, 2, 1. Опа, изи. Давай, пацаны. Олег, кофе, давай. О, классно, молодец. Да, есть один, только минус дали. Нет, Олег, кофе, нет, у тебя денег нет, но вы держитесь, Олег, кофе. Олег, ну не повезло. Опа! Я думал, сейчас придумаешь, даже два кубка купим. Ну, конечно. Ваня, вставайте на... 13, да. Ой, только не этот режим, пожалуйста. Блин, я ненавижу. А что здесь надо? Ну, драться надо. Драться. Это ринг, это ринг. Как драться, на что? На левую, на правую кнопку мыши, Андрей. Как и всегда. Лицо, ой. Оп, да, какого-то. Можно я встану, пожалуйста, да? Дайте встать. Ой, хорошо. Ой, как неожиданно и неприятно получилось. Иди сюда, иди сюда! Да, блин, ну... Ай, замечательно! Ай, хорошо! Ой. Ай, нормально! Господи, крысящий режим! Да хватит! Да боже! Да бля! Да перчатка эта вонючая! Да... Хватит! Да... Уйди! Да, блин, да куда? Можно я по кому-нибудь сюда? Да, да, конечно! Можно встать? Нет! Режимы просто тупые! Да меня! Да что тут же-то? Сука, 700 очков! Нет! Нет! Я должен выиграть! Нет! Какой бред! Я успел 500 набрать очков. Эти перчатки... А те 500 очков ничего не сделают, понимаешь? Я с Пашей сравнялся. Ой, такой вообще бред. А какая тупая рожа. А что, у нас так и будет черный экран, я не понял? В смысле выбило? Ну, я выкинул. Нет! Толя будет заменен ботом, нет! Я лидировал. Я понял. Да это мы тебя слили просто, ты не выглядел. Да я так и понял, меня Олег вот таких, вот таких. Я видел надпись, на самом деле. Какая? Да понятно. О, продолжилась, пацаны, игра. Теперь, и то есть хотите сказать, что что происходит? Это бот или кто это? А чё он бежит на месте? Нормально ему? Всё хорошо. А чё, он так и будет? А смотри, картиночка-то какая. Прыгнул. Толя, ты точно вылетел? Да, меня прям как... Так смотри, его Паша прыгнул. Ну, будем ждать, пока это... Короче, ребят, к сожалению, к большому сожалению, вот у нас залагала просто игра вот на этом моменте, вылетел Толя, и уже вот так вот мы сидим и ждем минут 10, и ничего не меняется, вот, и... Мы надеялись, что что-то поменяется, но после того, как нам сказали, что нам дадут бота вместо Толи, ничего не произошло. Поэтому нас кинули, обманули, и вот такая вот игра замечательная. Вот, а на самом деле там еще оставалось максимум ход или два, и игра уже закончилась. Да, но, да. Ребят, сегодня победила дружба, давайте сойдемся просто на это, но, к сожалению, потому что, ну вот, мы ничего не можем на это никак повлиять, к сожалению. Ну да, у Олега просто меньше всех очков. Да, конечно, нет. И он решил. Победил сегодня Толя, ну, я уверен в этом, по крайней мере, потому что у него было больше.
больше всего очков и так далее. Конкурентов. И вот целый круг. К сожалению, ребята, вот так вот. Просто реально не хочется. Серия получилась реально очень смешную и гарную. Не хочется просто вот, ну, как-то вот из-за этого. Вот. Ну ладно, ребят, все. Я надеюсь, что вам это все понравилось. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Толи Следователь, Андрюша Антифай и, конечно же, Паша Клэнс. Всем до скорой встречи, друзья. И всем пока-пока. Покусики, ребята, F9. Любим, уважаем. Пока-пока.